Какие преимущества дает использование онлайн-сервиса? В ответ довольно прост. В налоговой инспекции для решения интересующих вопросов и выполнения своих налоговых обязательств человеку приходить не нужно, а потому сервис «Личный кабинет плательщика» будет для вас незаменимым помощником. В июле текущего года проведена модернизация и введена эксплуатация новая версия личного кабинета плательщика. Новшества видны при загрузке. Система автоматически подстраивается под размер монитора, а это значит, вы сможете работать и на планшете, и на ноутбуке, и на смартфоне. Теперь в данном функционале вместо отдельного баннера размещена одна вывеска – личный кабинет плательщика. Кто постучался в данное меню, отображаются те электронные сервисы под данную категорию плательщика. Личный кабинет для физических лиц был создан для плательщиков земельного налога и налога на недвижимость, а также подоходного налога с физических лиц. Его пользователями являются и плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве ИП. В инспекции по Московскому району города Бреста свыше 4000 субъектов малого предпринимательства пользуются электронным сервисом «Личный кабинет плательщика». Физических лиц около 11 тысяч. Интернет-сервис дает немало возможностей. Прежде всего, возможность получить, распечатать извещение на уплату налогов, получить информацию об объектах налогообложения на недвижимость земельного, уплатить причитающиеся суммы налоговых сборов, пени и штрафов. Что важно, можно самостоятельно контролировать состояние расчетов с бюджетом путем получения оперативной информации о суммах начисленных и уплаченных налогов. А доступ к личному кабинету может быть обеспечен несколькими способами. Для организаций доступ в данный электронный сервис возможен только при наличии электронно-цифровой подписи. Для физических лиц необходимо получить логин и пароль. Для индивидуальных предпринимателей можно войти в электронный сервис как с помощью электронно-цифровой подписи, так и с помощью логина и пароля. Для получения логина и пароля необходимо лишь один раз прийти в налоговую инспекцию, имея при себе паспорт. Для сокращения времени на посещение инспекции на сайте в разделе «Электронные сервисы» можно заполнить заявку.